Металлоискатель Minelab Gold Monster 1000 создан специально для поиска золотых самородков и предметов из золота. Исправно работает в сложных климатических и почвенных условиях. Вес 1,33 кг вместе с катушкой. Рабочая частота 45 кГц. Работает от 8 батареек типа 2А, которые вставляются в специальный бокс, идущий в комплекте, или от аккумулятора. Зарядить его можно на разных типах розеток. В комплекте 4 сменные вилки. Также есть провода с зажимами для зарядки от автомобильного аккумулятора. В комплекте есть совок и универсальный адаптер для штанги, на который фиксируется катушка. Таким образом, вместо штанги можно использовать даже черенок от лопаты или другую штангу, чтобы работать в любых условиях. В комплектации две катушки типа Double D, овальная 10 на 5 дюймов и круглая диаметром 5 дюймов. Чтобы собрать металлоискатель, нужно поставить шайбы на нижнюю штангу и скрутить штанги вместе. Длина металлоискателя регулируется в зависимости от количества используемых штанг. Если ставите две, то получится 94 см, подойдет, чтобы дать металлоискатель ребенку. Если все три, то 138 см, подойдет взрослым. Затем нужно поставить катушку и закрепить ее болтом. Надеть блок управления и закрепить его на нужной высоте. Намотать кабель от катушки на штангу и подключить его к блоку управления. Прикрепить подлокотник на уровень предплечья так, чтобы вам было удобно держать металлоискатель. Вставить бокс с батарейками или аккумулятор той стороной, чтобы вы видели логотип. Металлоискатель готов к работе. Подойдет для поисковиков любого возраста, так как его система управления довольно понятная. Давайте рассмотрим элементы управления. Здесь 4 кнопки. Кнопка включения и выключения, кнопка регулировки чувствительности, кнопка регулировки громкости, кнопка выбора режима поиска. Кнопкой регулировки чувствительности можно выбрать один из 12 режимов. По шкале от 1 до 10 вы сами устанавливаете чувствительность металлоискателя. 11 режим автоматический, он бесшумный, при нем отсекаются помехи и прибор ведет себя стабильно. Но есть минус, можно пропустить глубокий слабый сигнал. 12 режим автоматический плюс, здесь сохраняется небольшой гул порогового тона металлоискателя, но уже меньше шансов пропустить глубокий слабый сигнал. Таким образом, 11 и 12 режимы больше подходят для сложных и смешанных почв. Кнопкой регулировки громкости можно выбрать один из 6 режимов. Кнопка выбора режима поиска. Данный режим с дискриминацией, то есть здесь будут отсечены все цели из железа и показаны золотые. А в таком режиме включается поиск на все металлы и глубокий поиск на золотые предметы. Все показания выводятся на монохромный дисплей. Вверху индикатор золота. Если значения склоняются влево, значит под катушкой не золотые предметы. Если вправо, есть шанс найти золотой самородок. По центру шкала зарядки аккумулятора. Если рядом появится треугольник со знаком восклицания, значит возникла ошибка. В этом случае проверьте прибор и попробуйте его перезагрузить. Для эффективного поиска старайтесь держать катушку как можно ближе к земле. Старайтесь делать каждый следующий мах, чтобы он наполовину перекрывал предыдущий. Для определения центра цели проведите катушкой несколько раз над целью, металлоискатель издаст звуковой сигнал, когда цель будет находиться ровно под центром катушки. Развернитесь на 90 градусов и повторите проводку. На перекрестии двух прямых будет находиться центр цели.